Доброе утро, друзья. Мы проснулись давно, Тенерифе просыпается. Вчера мы вообще решили никакого фильма не снимать, чтобы отдохнул и я, и зритель. Ну, конечно, не все удалось. Чуть-чуть все же поснимали. А сегодня мы отправляемся на север острова. Есть некие задумки. Получится, не получится, об этом вы узнаете обязательно, потому что у меня от вас никаких секретов нет. Ну, не получится, не получится. А получится, все замечательно будет. Будет, значит, хороший, интересный фильм. Север, а мы едем на север. А север на Канарских островах, на Тенерифе, это всегда лучше, чем юг. Ну, лучше в каком плане? На севере всегда много зелени, потому что много влаги. Вдали, посмотрите, облака, а на облаках остров. Такая вот интересная картинка. Сейчас попробую приблизить. Но такое ощущение, что на облаках стоит остров. Очень красиво. Это Гран-Канария, если не ошибаюсь. И Гран-Канария пошел теплоход паром. Где-то вдали поет петушок. Смотрите, облака и острова. Наталья уже распределяет, что здесь будет строить. Здесь ресторан, здесь кафе, здесь гостиница. А здесь поле для футбола. Антеди виден практически с любой точки острова. Вам есть кому передать привет? Хорошего дня, здоровья. Оля. Ну да, всем, кто смотрит. Наше приключение. И наш генеральный директор. Передаю привет правительству Канарских островов. Пусть сделают дорогу, пожалуйста. Сейчас дорогу покажу, да. Это не шутка. А это не маршрутка. Да. А тут дрон полетел, дрон летит над машиной прям. Летит, летит. Летит дрон. Летит.
Бог, увидим. На обратном пути заберем. Смотровая площадка Red Insular. Мы находимся в национальном парке Анага на смотровой площадке вот здесь. И почему этот парк назывался Анага? Потому что вождя одного из гуанчи именно так называли. Держи, 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 силы есть еще. Аккуратно, аккуратно. Самая красивая и дружная команда канарской экспедиционной телекомпании отправляется в дальнейшее путешествие. Мы находимся на территории парка Анага. Это вот этот весь практически мыс на севере острова Тенерифе. Thank you.
Отсюда отходят маршруты многих трекингов, дорожек для пешеходных прогулок. И, конечно, если у вас есть время, лучше погулять пешком. Получите удовольствие. У нас время ограничено, вы уж простите нас. Вот так выглядит пешеходная дорожка. На велосипеде запрещено. Тропа в древнем лесу. Помните, на Лагомера мы ходили? Ну, здесь примерно то же самое. В таком лесу ходили, пробираясь сквозь чащу. Жадные динозавры. И огромные 15-метровые анаконды. С меня ростом. Мы пришли на очередной Мирадор. На высоте 960 метров. Алла ведет. Штурман. Какая красота. Скоро все покроется облаками. И ничего видно не будет. Нам повезло. Сегодня нам повезло. Здесь нужно выбирать погоду, когда ехать сюда. Ну, выбрать... Неправильно ты сказала. Тут как повезет. Потому что погоду выбрать невозможно. Она меняется каждые 10 минут. А то... Этот Мирадор мы забрались вот по этой дороге. Я бежал то впереди, то сзади машины, подталкивал. И вон там, в конце этой дороги, мы были на очередном Мирадоре. Помните, вот пещера. Ну и, конечно же, Тедди.
знаешь, над нами облака, горит Эдди, и мы вдвоем. Какие красоты! Вот за что люди со всего мира любят Тенерифе, за невероятное разнообразие ландшафта. Здесь есть практически все. И снег, и лед, и горы, и вулканы. Ну, наверное, только больших рек нет. Теплоход, идущий по облакам. Надо, может, взять все-таки заманчиво. Сейчас ладно, посмотрим, что там. Алла, какая у тебя порция, а? Картошка. Канарин пока. Обычно два сорок. Зеленый и красный. Алла, вкусно? Соленая, в соли. Местный певец поет песню о том, как чудесна красота окружающих мест, какие прекрасные девушки, которые гуляют здесь по лесу. И что он готов отдать свою жизнь каждой из тех, кого он встретит в этих джунглях. Тоже больше нравится здесь. Горы — это вот так вот.
сказать, что карман мне не поставил. Одуванчик. Я тоже одуванчик. Вот. Одуванчик, который динозавры жевали, выживали. А одуванчики выжили. Вот эта скала. Вот тут сейчас будем пробовать. На нее и мы ехали. Дальше не поедем. Тут самый как-то заповедный. Ребят, какой пейзаж. Вот в этих домиках живут крестьяне острова Тенерифе, выращивают урожай, наслаждаются тишиной, смотрят на далекий океан, рассматривают облака, пролетающие над головой. И пусть весь мир подождет. Все, сил. А то мы переживали за него.
Внизу под нами маленький городок Бениха. Ну и, конечно же, Атлантический океан, который вокруг нас, со всех сторон. Ветер, облака сквозь нас проходят. Прохладно, градусов 10-11. Где мы находимся? Вот точка красная. Да, вот здесь вот. Вот, в самом центре, можно сказать, этого мыса здесь полуострова. Здесь недалеко, если спуститься вниз, Бениха. Мы с тобой туда ездили, там очень красиво, Бениха. Там пляж, скалы в море.